Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после смерти двух жителей Еманжелинска в стенах больницы. Инцидентом уже заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин и поручил предоставить доклад о ходе расследования. Произошло это после того, как две жительницы Еманжелинска опубликовали в соцсети видео, на котором предположили, что смерть их отцов наступила из-за бездействия медиков. Мужчины лежали в одной палате отделения терапии и скончались в один день. В палате находился просто овощ. Состояние было критическое. Пригласив врача Самоцкого, мерил сатурацию, измерял давление, слушал и сказал, все нормально, все хорошо. Врач покинул палату, мы подключили кислород, держав ему сами, потому что он не в состоянии был держать ни маску, ни ложку, ни вилку. Спустя несколько дней пенсионер скончался. В справке о смерти причиной значится фибрилляция сердца, постинфарктный кардиосклероз и болезнь легкого, обструктивная с бронхитом. Окончилась смертью пребывания в отделении терапии и для его соседа по палате Михаила. Он вызывал реаниматолога Старыгина, что его нужно срочно ложить в реанимацию, на что мы получали отрицательный ответ. В воскресенье мои родные пришли туда, мама с братом, навестить папу. И увидели картину. И уже по нему видно, что плохо. Он пил сердечные таблетки. Эти таблетки жизненно необходимы ему не давали. Как рассказала дочь Михаила порталу 74.ru, справку о смерти им выдали уже после похорон. А скончался пенсионер из-за фибрилляции сердца, ишемической миокардиопатии, диабета второго типа с множественными осложнениями атеросклероза аорты. Дочери умерших предположили, что спасти их отцов можно было, если бы не халатность медперсонала. Женщины объединились и обратились в прокуратуру, следственный комитет и полицию. И вот выяснилось, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность», которая повлекла смерть двух и более лиц.